обучаются мастера и участники группы IT школы успешных продаж. С вами, как всегда, Маргарита, и это очередной такой небольшой видеоурок о IT Rank. Совсем недавно, да, мы когда разговаривали с креатором, создателем Etsy, да, я его, Etsy Rank, я так вот намекнула, спросила, говорю, вот можно бы как-нибудь сделать так, вот как вот у нас в Мармелит показывает просмотры в неделю. И что вы думаете? Та-да, ага, он это сделал, и все замечательно получилось. Итак, теперь на Etsy Rank вы уже можете просматривать количество просмотров даже в неделю. Где это находится? Это находится Keyword Tool. И тогда мы с вами забиваем то ключевое слово. Давайте попробуем, что тут сейчас ищет. Recipe books 4x6, да? Опять-таки напоминаю, если вы смотрите control code, ну, вот мало результатов, но это конкретное, да, конкретное. И сейчас посмотрим, что здесь нам выдаст. И я заодно поставлю сравнить в Marmalade, да? То есть это опять-таки речь идет... какими программами я пользуюсь. Я пользуюсь и тем, и тем. Но сейчас, да, ETRank стала гораздо больше просматривать и улучшать, да, то есть каждый день он обязательно что-то новое делает. Итак, мы смотрим. Recipe box 4x6, да, опять-таки листингов найдено 938, маленький competition, very low demand. Demand это показывает для платных версий, поскольку у меня платная версия, она вот показывает так вот. Engagement, посмотрите, да, опять-таки вопрос был, на что мы смотрим. Engagement это как часто покупатели запрос делают и взаимодействуют с листингом. То есть, казалось бы, это тем на заметку, кто возможно, что-то это делает, да, коробочки такие. Не смотрите на то, что количество результатов мало. Это конкретный тег, тот, кто ищет именно вот такую вот коробочку для сбора рецептов, вот именно такую коробочку они ищут. И вот, пожалуйста, вас, мои декупажные ученики и так далее. Recipe box, box 4x6. Это один и тот же тег, да, и мы смотрим с вами результат какой. И вот они добавили total views, average weekly views и average daily views, да, то есть в неделю 3, ориентировочно 3-4 просмотра в неделю и в день по просмотру, да, то есть, естественно, это не 100 человек, да, ищет вот по этому тегу, но это уже конкретно, я считаю, что это замечательный тег, да, и из количества... total views и так далее, и так далее. Да, возможно, этот тег будет немножечко накручен, да, сейчас еще посмотрим, как он делается. Но теперь вы уже и в Etsy Rank можете смотреть количество просмотров в неделю. И это доступно как платному аккаунту, так и бесплатному аккаунту. Очень такая вот интересная штучка. Total views – это за весь период на первых как бы 100 листингов, да, то есть они не смотрят миллион, да, миллион листингов и так далее. Вот они берут первые 100 листингов и анализируют их. Смотрим, что Мармелит нам выдает. Мармелит нам опять-таки говорит, что engagement moderated, да, средний. И competition very low, мало кто использует. Но те цифры у нас с вами совпали, да, поскольку там 938, там 938, и здесь 938, да, и смотрим, сколько здесь average views 10 в неделю, да, здесь показывается 3-4. Как бы выбирайте среднюю. Очень редко, когда покажут точную информацию, потому что каждая система считает немножечко по-другому, да. Если я вижу, что high engagement, я уже не совсем сильно обращаю внимание на average views. И опять-таки говорят, что замечательно, когда, допустим, 20 просмотров в неделю, да, но это опять-таки, если у вас там большое количество 20 просмотров, а когда у вас всего-навсего, допустим, 1000 результатов, и уже как бы сколько там 10 получается процентов смотрят вот это, вот этот вот тег, значит, его нужно использовать, да. Это вот что касается recipe book. Потом давайте посмотрим rank checker. Recipe book. Я поставлю, пусть посмотрит из-под меня, потому что я знаю, что у меня его нету. И сейчас посмотрим по поводу накрутки или не накрутки. Опять-таки, видите, у нас получается маленький competition, very high engagement, demand. Эта информация идет, по-моему, из Bing он собирает. Да? И что мы
тут с вами смотрим, а 17-й, так вот, 1000 с 12-го года. Таких безумных накруток, так вот, 7000 с 15-го года, 16-го, с 13-го, с 14-го и так далее, вот 17-го, 7. То есть не, я не вижу никаких безумных накруток по 20 тысяч просмотров, которые... которые у нас с вами накручивают буквально там месяц, за месяц-полтора. Поэтому, как бы, если кто-то делает вот эти, хорошо, на вашем примере показывать, если кто-то делает коробочки, да, декупажные, вот, пожалуйста, recipe box и так далее. Дальше, уже дальше я иду, да, то есть вы дальше будете смотреть, для кого это, да, то есть это обязательно кто готовит, кто использует эти recipe book. Это мамин подарок, бабушкин подарок и так далее. Mother's Day идет, дальше играем с этим. И теперь для сравнения давайте еще какой-нибудь посмотрим, да, что сейчас ищет. Expecting dad promoted winter lamp industrial, да, давайте, о, hippie clothing, мне нравится. 148 тысяч результатов, да, то есть это огромное количество результатов, давайте мы его посмотрим, насколько оно сейчас, Ctrl-Copy, мы с вами идем, не будем уменьшать, да, не будем дальше уменьшать, а вот просто оставим hippie clothing, мы идем в keyword. Мы ставим сюда hippie clothing, смотрим, и сюда ставим hippie clothing, и пошли. Поскольку количество результатов у нас больше 50 тысяч, да, здесь у нас будет обязательно красный цвет, видите? Engagement very low, competition very high, и так далее, вот на все это огромное количество, 27 просмотров в неделю, да, давайте смотреть, что здесь нам дают, а нам здесь показывается 8,5, да, и вот посмотрите, здесь у нас график даже показывается, если на Мармелиде просто как бы информация нам дается, то здесь у нас с вами есть график, competition, very high competition, конечно же, огромное количество, 50+, и так далее, daily views 1,5, ну, 2, если вы на первую страничку попадете по этому хиппи, замечательно, да, то есть у вас будет возможность вас увидеть в количестве просмотров в неделю 8. Engagement, high engagement. Это вот люди, которые как бы ищут, да. И дальше мы тут видим, когда вот, где пик идет, да, когда пик под hippie clothing 26 декабря, да, потом сразу на нет. Вот почему так вот опять-таки hippie идет под Новый год, да, казалось бы, когда оно должно быть, в принципе, вот сентябрь. И уже, в принципе, заранее, если кто-то этим занимается, вы можете, если вам такой график выдает, вы можете, я не уверена, если тренд дается нам в бесплатной версии, 12 мая. И вы уже можете заранее просмотреть, да, когда ваш листинг, дать ему жизни, и, допустим, через 3-4 месяца, когда это будет в пике, да, вот в августе, пожалуйста, здесь август, и здесь вот лето, то есть уже можно начинать хиппи свои там повязочки или что-то такое вы делаете, да. И опять-таки ключевые слова и информация вам тут идет, я даже показываю, да. Что у нас с вами тут находится на первой странице, количество просмотров и так далее. Да? То есть вот это вот такая вот информация, очень интересная. Я решила быстренько с вами ей поделиться, что теперь и на EatsRank можно смотреть среднее количество просмотров в неделю и в течение дня. Где у нас тут? И то, что здесь у нас показываются графики, и очень интересно работать по графикам. Так, это что касается этого. Дам-дам-дам-дам-дам. И, наверное, на этом как бы небольшое видео, вот только по поводу того, что вот такая вот информация есть. Еще разочек напоминаю, смотрите всегда, что на данный момент ищет на Etsy, да. Если у вас так вот окошечко не выпадает, нужно, опять-таки напоминаю, будет переключиться, попробовать переключить вот здесь информацию, перейти в инкогнито, да, new incognito окошечко и попробовать смотреть. Итак, благодарю вас всех за внимание. Напоминаю, что если вы еще не решили открыть свой магазин, вы много теряете, не бойтесь, прыгайте с нами, присоединяйтесь в нашу группу, и у вас обязательно все получится. Все необходимые линки будут под видео, как всегда. А желаю вам отличных продаж и отличных отзывов.
С вами всегда, как всегда, была Маргарита, и это ИЦИ, школа успешных продаж.